я хочу в первую очередь поблагодарить все-таки полицию патрульную, потому что обсуждаемые сегодня вопросы имели подтверждение в начале 2017 года у нас в больнице, когда только с помощью инициативы патрульной полиции, помощи Вячеслава Николаевича Карцева, администрация больницы смогла установить регулирующий знак на въезде в СМП. Поэтому, к сожалению, раньше плевали на нашу охрану, теперь плюют на знак, но тем не менее, нам удалось поменять этот знак в короткое время, за месяц мы сделали то, что наметили. Спасибо огромное. Ну и во-вторых, правильно отметил вот гость программы тоже, когда сказал, что мы чуть-чуть отвлеклись от основной темы. В первом сюжете, который мы смотрели сегодня, там не было весовых комплексов, была разметка. Были соблюдены, кстати, вы видели перекресток, идеально, но на самом деле случилась трагедия. Поэтому здесь все кроется, как говорил профессор Преображенский, в голове. И бардак у нас прежде всего там, господа. Где бы я ни был в других городах, странах, люди не уважают полицию, они ее страшно боятся. И это надо признать. И я поверю тому, что полиции развязали руки тогда, когда увижу на улице нашего города стоящего, извините, мажора, или нам все равно, как это называть, мордой в капот и полицейского с пистолетом. Вот это будет закон, это будет демонстрация закона и послушания, потому что, извините, наш народ иначе перевоспитать нельзя. Может, меня назовут сторонником радикальных мер, но тем не менее, это факт, который... По-моему, никто еще другого не придумал. Я хочу сказать, что мы поднимали тему, название передачи было «Мажоры на дороге». Я хочу сказать, что для врачей, будь то за рулем Казимиров неуловимо, будь то пьяный работяга с какого-то предприятия или человек с деревни под шофе, итог один. Это смерти, это инвалидности, это колоссальные затраты государства и человека на лечение. И вот те штрафы, которые мы сегодня называли минимальными, я вам скажу, 10 тысяч штрафа за то, что поймали первый раз выпившего, это всего 5 дней в реанимации. Поэтому давайте соизмерять цену человеческой жизни. Я хочу сказать спасибо за эту передачу, за то, что мы сегодня друг друга услышали. И понадеюсь все-таки то, что и разметка, и дорожное покрытие, и изменение нашего менталитета, и все-таки более устойчивое, более самоуверенное, скажем так, поведение полиции изменят в нашем городе что-то к лучшему.